Ты понимаешь, есть одно дельце. Знаешь, я сейчас немножко занят. $40,000. Вау. Наверняка криминал. Никому не двигаться! Ребята, вы не ошиблись? Аптека-то этажом ниже. Она тебе может понадобиться. Это только дураки, типа у вас ничего не боятся. Точно. А реальные люди всегда на измене. Когда при мне начинают разговаривать на непонятном языке, я нервничаю. Фактурно. Ну кто? Кто из них агент Матрицы?